Вокалисты. Если вы ищете микрофон, который даст вашему голосу больше пространства и четко отстроит его относительно других инструментов на сцене, попробуйте Sennheiser E935. Это динамический микрофон с очень низким уровнем собственного шума и эффективной защитой от обратной связи в прочном металлическом корпусе. Он отличается прозрачной и теплой нижней серединой, и поскольку это кардиоидный микрофон, он хорошо снимает голос под разными углами атаки. Кардиоидная характеристика направленности говорит о том, что микрофон чувствителен по кругу его головы, а с тыльной стороны нет. А это означает, что он снимает ваш голос под довольно широким углом. Но это также означает, поскольку он ловит все вокруг себя, что он не способен полностью подавить шум, поступающий на него со всех сторон. При любых способах работы с микрофоном, как в руке, так и на стойке, этот микрофон придает даже нежным голосам впечатляющую насыщенность и объем. Таким образом, подчеркнуть звучание вокальной партии в общем миксе группы можно без особого труда. В конце концов, какой бы микрофон вы ни выбрали, все всегда зависит от вокалиста, который с ним работает, но небольшая помощь простительна и необходима. Sennheiser E935 раскроет все грани любого голоса.